Добрый день. Я надеюсь, что меня слышно хорошо. К сожалению, мои соседи делают ремонт. Я постаралась сделать все возможное, чтобы звуки нам не мешали, но, к сожалению, периодически может что-то прорываться. Сегодня мы будем говорить про сервис Canva и презентацией будем пользоваться совсем немного. Я буду в основном показывать прямо на сайте, как что-то делается, как что-то происходит. Вы можете задавать вопросы, и я прямо по вашим запросам буду показывать, как действуют те или иные функции. Так что приготовьтесь, сегодня в чате можно будет писать очень и очень многое. Презентация, как обычно, доступна для скачивания. Это вот такой вот отпорный конспект. К сожалению, нет возможности сделать ее более подробной. Многие вещи нужно смотреть вот так вот вживую. Поэтому скачать ее, естественно, можно, но она больше послужит вам напоминанием о тех или иных возможностях. Итак, я думаю, представлять сам по себе сервис Canva нет никакой необходимости. Многим из вас он как минимум знаком, а кто-то им пользуется достаточно регулярно. Стоит отметить, что из всех сервисов создания презентаций, с которыми я работала в прошлом году, Canva является одним из самых быстро меняющихся сервисов. То есть буквально те функции, которые я показывала 3-4 месяца назад, сейчас уже могли обновиться, могли появиться новые возможности, новые подключаемые приложения, появляются новые настройки в тарифах, возможность работать в командах, возможность делиться документами. Поэтому все то, что, о чем я буду говорить сегодня, не воспринимайте этого как императив, потому что Canva действительно обновляется очень и очень быстро. Сам сервис, конечно, в первую очередь задумывался как создание дизайна для социальных сетей, для интернета. Поэтому вот среди уже готовых шаблонов вы найдете и посты для Facebook, и посты для Instagram, сторис, флайеры и, конечно, полиграфической продукции. Приглашения, визитки, опять же, то, чем Canva занимается на профессиональном уровне, и они даже предоставляют свою типографию для их распечатки. Презентации тоже не смогли обойти вниманием, и как это обычно, предоставили много довольно интересных возможностей. Я не считаю, что это самый удобный сервис для создания презентации. Не всегда там есть те возможности, по крайней мере, именно для учебных презентаций, которые мне нужны. Но с другой стороны, из всех сервисов, которые я пробовала, этот дает самый быстрый старт. Не в последнюю очередь благодаря тому, что Canva полностью на русском языке, и очень много настроек, сделанных по умолчанию, сделанных хорошо и позволяющих разворачивать вашу презентацию довольно быстро. А сейчас вы на экране видите те основные возможности, которые Canva предоставляет преподавателям, библиотекарям, работникам музеев, которые создают презентации для тех или иных мероприятий, может быть, для каких-то занятий. Я хочу отдельно отметить возможность экспорта презентации в формате PowerPoint. Это значит, что скачав готовую работу, вы сможете ее затем открыть в PowerPoint на своем компьютере и каким-то образом доработать. Я пользуюсь периодически этой возможностью и хочу заметить, что, да, дизайн удобный и хорошо редактируется в Canva, однако по умолчанию размер слайдов в Canva больше, чем размер слайдов по умолчанию в PowerPoint. То есть вся графика, все изображения, которые вы таким вот образом экспортируете через формат PowerPoint, оказывается по размеру заметно больше. Это не всегда удобно, если нужно несколько слайдов из одной презентации вставить в презентацию другую. Зато и качество очень хорошее. Возможность совместной работы. В конце я покажу, опять же, как перекидываться ссылками на свою презентацию, чтобы работать с ними совместно. Если первое время она была доступна только в платных командных тарифах, то сейчас можно практически любому человеку бросить ссылку и вместе с ним немного подумать над презентацией. Публикации в интернете я показывала уже, когда мы говорили про то, как вашу презентацию опубликовать или встроить на сайте. Тоже, на самом деле, очень и очень удобные возможности. И у Canva, опять же, из всех сервисов и приложений самая удобная мобильная версия. И за счет размера мобильного экрана может быть не очень удобно двигать, перемещать, тонко настраивать элементы, но, по крайней мере, подправить текст за 15 минут до выступления вполне в нем реально. И у меня вот такое очень важное замечание по поводу работы в сервисе Canva. Сюда надо приходить, когда вы уже презентацию
у себя в голове или на листке бумаги приготовили. Это не тот сервис, где можно прямо в процессе думать, придумывать, изменять, какие слайды будут использованы. В принципе, да, можно, но это будет неудобно, потому что придется переключаться через, между большим количеством тем и макетов слайдов. Это будет заметно дольше, а мы делаем акцент именно на скорость. Поэтому вот так, как вы видите на экране, вам желательно иметь либо план вашей презентации, структуру уже прописанную на листе бумаги, либо текст, который вы сможете разметить на отдельные слайды и по тексту уже понимать, какой конкретно макет вам нужен. В качестве примера покажу презентацию, которую я делала некоторое время назад. Это тот шаблон, который я использовала. Мне понравился он за счет такого яркого, активного красного цвета, за счет кругов и довольно простых по самому дизайну слайдов. А вот та презентация, которая получилась по итогу. То есть, если переключаться, вы увидите, да, что некоторые слайды пришли без изменений. Заголовки разделов, например, какими были, такие и остались. Где-то вот появилось немножко больше инфографики, чем было задумано автором. Где-то добавилось немножко больше картинок. Но в общем и целом, это вот действительно максимально быстро по готовому тексту, опять же тот, который я показывала на экране, максимально быстро собранная презентация. И сегодня для того, чтобы показать функции и возможности сервиса Canva, я буду прямо вместе с вами делать, опять же, презентацию небольшую, буквально на несколько слайдов, и в процессе покажу максимум возможностей. И сейчас, друзья, я переключаюсь на экран. А вы, пожалуйста, мне отметьте, видно ли то, что я показываю. Благодарю. У нас не должно быть таких проблем с показом, потому что это все-таки в браузере показ идет, а не в приложении, как на прошлом вебинаре. Итак, у меня есть 6 слайдов. Я уже накидала на них некоторую информацию. Пока эта информация только текстовая. И я примерно разметила, в каком порядке она будет располагаться. Сейчас порядок слайдов определяется только тем порядком, в котором я хочу показывать вам какие-то возможности. Если бы я делала реальную презентацию, я бы, конечно, немного больше подумала бы про структуру. Но пока это чисто тестовый вариант. И в конце на то, что я сделала, я поделюсь ссылкой, брошу ее в чат, и вы затем сможете зайти в мою презентацию, посмотреть на нее и даже по желанию подредактировать. Я думаю, что никаких проблем не будет, если несколько человек или даже несколько десятков человек на этой презентации что-то подправят, улучшат по своему мнению. Я буду, наоборот, только рада тому, что вы сможете попрактиковаться. Итак. Для начала давайте разберемся, с чего, в принципе, нужно начинать работу в Canva. Начинаем мы всегда с выбора подходящего дизайна. И для этого мы используем вот на левом боковом меню вкладку «Шаблоны». Фактически мы пойдем сверху вниз. И первая вкладка, которая нам нужна, это «Шаблоны». Вот здесь вот в шаблонах довольно много интересных вариантов. Чем Canva хороша? Тем, что шаблоны адресованы, как правило, профессиональными дизайнерами. Тем, что они очень часто обновляются. Есть версии, подходящие как для привычной слайдовой презентации, так и версии, подходящие для видеопрезентации. То есть той, которую вы запишете и отдадите, например, в формате асинхронного класса. Вариантов очень много. Они разделены на некоторые вот такие вот категории. Например, то, что, по мнению Canva, подходит вам лучше всего, никогда они с этим не угадывают, а презентация на определенную тему, презентация по определенным ключевым словам. И в конце идет уже раздел, где все-все-все презентации, так, вот он, одна за одной просто перечислены в том порядке, в котором они появились в Canva. Искать среди этих тем можно по ключевому слову. И по цвету. Вот здесь в строке поиска справа есть кнопка фильтров, и кликая на нее, вы можете выбрать цвет, и можно выбрать язык, но для нас это не принципиально, потому что мы все равно будем менять шрифт, будем выбирать кириллический. Так, давайте, кто первый напишет в чат, какой цвет будет в нашей презентации, такой вариант я и подберу сегодня. Предположим, я ключевое слово буду использовать «школа», для того, чтобы искать по нему. И добавим еще фильтр цвета. Так. Угу. Голубой был первый. Отлично. Значит, голубой.
Надо сказать, я не всегда угадываю с тем, как канва определяет тот или иной цвет. То есть периодически я очень-очень удивляюсь, когда закидываю какой-то один цветовой оттенок, а получаю презентации заметно отличающиеся. То есть в данном случае то, что я посчитала голубым, на самом деле канва считает бирюзовым. Итак, вот у нас несколько вариантов. Когда мы наводим мышку на один из шаблонов, мы видим, сколько слайдов внутри находится. А, например, вот где-то 11 слайдов, где-то 14 слайдов, где-то 10. По максимуму, который я видела, это 25-30 слайдов. 30 встречаются очень редко, в среднем в презентациях слайдов 25. Они перелистываются при наведении мышкой, а если есть вот такой значок видео, это значит, что слайды будут анимированы и могут быть записаны еще и в видеоформате. Я выберу другой вариант без видео, возьму что-то попроще. Как видите, здесь идут примеры макетов слайда. И для того, чтобы понять, в принципе, подходит мне этот шаблон или нет, я должна посмотреть внимательно свою презентацию, вот зачем нужна уже готовая расписанная структура, и сравнить с шаблонами слайдов. Так, например, я запланировала, что у меня будет обложка, цитата, карточки, слайд с текстовой картинкой и слайд с инфографикой. И вот я прохожу и просматриваю, а соответствует ли то, что я вижу, моим потребностям. В принципе, да, я могу использовать эти примеры. Чем больше подходящих макетов внутри шаблона презентации, тем быстрее будет ваша работа над ней. Внизу под слайдами, это тоже появилось относительно недавно, указан стиль шаблона, где можно быстро посмотреть на цветовую палитру, может быть, ее перемешать, поменять и изменить и посмотреть, какой шрифт использован. Также есть функция «Применить стиль ко всем страницам». Если у вас уже накидана вот так вот структура, как у меня, вы можете применить его, в принципе, довольно быстро. Любой шаблон в презентацию можно загрузить сразу, нажать вот здесь «Применить 10 страниц», а можно добавлять страницы по одной, в зависимости от того, каким именно слайдом мы сейчас работаем. Так, я загружаю сейчас, например, вот обложку, и мне Canva предлагает добавить ли ее как новую страницу или заменить страницу текущую. Я буду добавлять как новую, а из предыдущего слайда я буду только копировать текст. Я говорила на вебинаре, посвященном макетам презентации, в первом слайде, в титульном слайде и в финальном слайде вы можете в полной мере проявить свою фантазию и показывать и свой характер, и свое настроение, и какие-то рисунки, и использовать более яркие, более выразительные шрифты. Если что, я заглядываю периодически в чат. Если есть какие-то вопросы, я буду их здесь писать. Вот. Что я уже упоминала, да, что презентация делается дизайнером, и здесь как раз вот можно увидеть хороший подбор и цвета. Вот почему именно такой цвет? Потому что тема воды, и подобраны соответствующие иллюстрации, и подобраны соответствующие шрифты, соответствующие какие-то дизайн-элементы. Я пока не буду здесь что-то сильно настраивать, пока я просто закину как раз для того, чтобы показать саму структуру презентации. Слайд, который мне не нужен, я могу удалить. Все кнопки по управлению слайдами находятся над ними в правом верхнем углу. Здесь их можно перемещать местами, копировать, то есть дублировать, создавать дубликат страницы, удалять или добавлять новую пустую страницу. То есть, если нужно сделать несколько страниц текста, мы выбираем копирование. Если нужно добавить несколько пустых страниц, где вы еще не знаете, что будет, какой макет нужно применить, то выбираете последний вариант. А перемещать местами страницы удобнее, конечно, в режиме сортировщика слайда. Он включается в правом нижнем углу. Здесь сразу написано, сколько у вас слайдов. У меня сейчас 6 страниц. И вот показано, как они находятся. Тут же можно добавлять новые, и тут же можно менять их каким-то образом местами. Так, я вернусь сейчас к своему первому слайду.
Что еще мы можем сделать для настройки шаблона? То есть мы выбрали подходящий шаблон, загрузили необходимые нам макеты слайда. Кстати, если есть необходимость, вы можете выйти и из другой презентации, то есть точно так же найти другую презентацию, кликнуть на нее и добавить очередную страницу, только используя уже другой макет. Нет никакого ограничения, что в одной презентации вы можете использовать только один шаблон. Когда вы добавляете нужные нам страницы, я сейчас добавлю еще несколько, те, которые мне потребуются для работы. Таким образом, когда у меня пустая страница еще без текста, на нее Canva добавляет без вопросов какие-то отдельные элементы. Так. Ну, если что-то мне еще потребуется, я добавлю это чуть позже. И сейчас, перед тем, как перейти к редактированию слайда, я могу поменять у этой презентации, могу поменять цвета. Я выбираю любой элемент, покрашенный вот в основной цвет. Кликаю вот здесь, вот в верхней панели. Здесь точно так же все меню, как в PowerPoint, меню находится сверху, все управляющие кнопки находятся здесь. Я кликаю на цвет, и слева у меня разворачивается панель выбора цвета. Я могу выбрать другой подходящий, по моему мнению, оттенок. И вот здесь вот снизу при выборе появится кнопка «Изменить все». То есть поменяется не только один элемент, но и все подобные цвета в презентации. Сейчас я меняла картинку, цвет иконки, поэтому меняется только изображение, фон и отдельные картинки. Если менять цвет текста, вот здесь вот отдельный цвет меняется, соответственно, отдельно. Отдельно выбирается цвет текста и отдельная кнопка «Изменить все». Теперь везде, где цвет был покрашен в синий, он должен обновиться. Ага. Если не обновляется, значит придется менять вручную. Почему? Потому что разные блоки текста имеют разный уровень. Где-то это заголовок H1, H2, H3, и их Canva обрабатывает по отдельности. Это не очень явно видно, но имейте в виду, что если где-то что-то именно в тексте не срабатывает, картинки всегда меняются одновременно, если в тексте не срабатывает, значит это просто текст, который как Canva определила разным уровнем. Тут он заголовок, а там он был просто обычным шрифтом. Здесь, как видите, текст поменялся цвет автоматически. Так. Как много шрифтов поддерживает кириллицу, я покажу это на практике. Нет, применить стиль ко всем страницам. Так, применить стиль ко всем страницам, это когда вы саму презентацию, вот здесь, когда вы открываете шаблон презентации, и здесь снизу макетов есть стиль шаблона. Вот нужно на цвета кликнуть мышкой, и появится «Применить стиль ко всем страницам». То есть он перемешивает цвета в новом каком-то варианте, по-другому их расставляет, и после этого можно уже применить этот стиль ко всем страницам. Только так это работает. Так, я верну обратно. И точно так же можно подумать, конечно, и про шрифты. Точно так же можно посмотреть и подумать, если вы не собираетесь использовать эти шрифты, их тоже можно поменять во всем документе, но про шрифты мы поговорим немного позже, потому что большинство вот таких вот примеров макетов, они написаны на английском языке, а нам сначала нужно разобраться с тем, какие шрифты сами по себе поддерживают кириллицу. Так. Первый тип слайда, который я вам покажу, это слайды текстовые. Вообще в Canva выбирать шрифт не всегда очень удобно. Вот у меня вот такой вот вариант текста. Я скопирую его и перемещусь на макет, где можно вставить побольше текста. Ну, вот, например, вот здесь вот я хочу заменить этот текст и вставить то, что мне нужно.
Когда я выбираю какой-то текстовый блок или собираюсь поменять шрифт, у меня нет возможности посмотреть предпросмотр. При наведении мышки у меня не видно, как будет выглядеть текст после применения другого шрифта. Все, что я могу смотреть, на что я могу ориентироваться, это только вот на то, как выглядят шрифты вот в этом длинном-длинном списке. Конечно, здесь очень удобно то, что кириллица, вот русские шрифты, выделены отдельно. Это отдельный очень большой блок, и здесь сразу показаны и платные шрифты, которые недоступны, и можно посмотреть, как они будут выглядеть. То есть вот я кликаю, и само по себе изображение меняется. Но предпросмотра нет, и за счет этого выбор шрифта занимает, в принципе, больше времени, чем подбор подходящего шрифта в том же PowerPoint. Так, можете тоже посоветовать мне какой-то шрифт, который подходит по вашему мнению, даже если знаете название конкретного шрифта. В принципе, те шрифты, которые мы видим обычно в Google Font, бесплатные шрифты, они присутствуют и в Canva. То есть, если вы скажете, например, робота, да, то робота здесь тоже будет присутствовать. Точно так же в строке поиска я могу набрать название шрифта, если оно мне известно, и он будет показан. Какой-то он слишком жирноватый сегодня на мой вкус. Вот такой вот вариант. Можно убрать опять выделение. И посмотрите, под строчкой поиска есть еще одни критерии, по которым можно искать. Их вот так вот не видно, когда в самом списке. Но когда вы кликаете в строчку поиска, сразу внизу появляются подсказки. Можно подобрать, например, шрифты с прямоугольными засечками. И будет показана выборка всех таких шрифтов. Но тут уже не будет разделения на кириллические шрифты и на латинские. Можно подобрать только рукописные. Можно подобрать вот шрифты без засечек или шрифты, подходящие для заголовка. То есть, в принципе, вот таким вот образом довольно удобно сортировать, даже если вы не знаете названий каких-то конкретных шрифтов. Если нужны подсказки по типам шрифтов, по каким параметрам их искать, то вы можете посмотреть один из предыдущих моих вебинаров, посвященных типографике, на YouTube-канале Direct Academy. Там, в принципе, уже как минимум 3 видеозаписи за 3 года ведения моего трека по презентации, и есть из чего выбрать. Итак, отвечаю на тот вопрос, который вы уже задавали в чате. Как видите, здесь кириллических шрифтов очень и очень много. Есть что подобрать. Если стоит задача какой-то конкретный шрифт использовать, например, шрифт университета, шрифт бренда, то не факт, что он здесь окажется. Он вполне может быть в категории платных шрифтов. Но те шрифты, которые видите в Google Font, в принципе, здесь присутствуют. И вы можете выбрать на Google Font что-то подходящее, подобрать один шрифт или даже сочетание шрифтов, а потом просто записать их название и найти эти шрифты в Canva. Как я говорила, вот здесь вот мы, когда выбираем шрифт и кликаем на него, вот у нас сам по себе выбран шрифт, здесь, как видите, у нас нет возможности, в отличие от возможностей перекрашивания, применить сразу ко всем слайдам. Но мы можем точно так же выделить вот этот текстовый блок и скопировать, как и в PowerPoint, сразу форматирование, сразу настройки стиля для того, чтобы применить их к другим, применить к другим нашим слайдам. Промазала. Еще раз. И вот здесь я могу применить те же самые настройки шрифта. Нет возможности заблокировать кнопку, чтобы за один раз кликнуть сразу на несколько текстовых объектов, но вот так раз за разом все равно это быстрее, чем каждый раз выбирать шрифт вручную. Что касается шрифта, мы вроде бы разобрали, да? Если есть какие-то еще вопросы, вы можете написать в чате. Я, кстати, еще покажу возможность по декоративному изменению шрифтов. Вот когда мы их просто меняем, у нас вот есть возможность выбрать сам шрифт, выбрать размер, выбрать цвет шрифта, выбрать жирность, насыщенность и выравнивание само по себе. В принципе, здесь все функции сами по себе стандартные. Единственное, что я хочу отметить, как очень удобное отличие от PowerPoint, это возможность тонко настраивать межбуквенный интервал, расстояние
расстояние между строчками. В PowerPoint тоже можно сделать, выбрать, например, одинарный, полуторный, двойной интервал, либо ввести значение. Но для этого нужно идти уже глубже в меню для ввода своего значения. А в Canva просто вы двигаете ползунком, и ваши блоки текста начинают ближе или дальше отстоять друг от друга. И точно так же, что касается насчет межбуквенного интервала, этой функции в PowerPoint нет, а тем не менее она прям очень-очень иногда нужна, когда хочется аккуратно выровнять отдельные значения. Таким вот образом я ставлю. И есть возможность применить некоторые декоративные эффекты. Их вообще не так очень много, но, в принципе, они присутствуют. Никак не могу понять, как сохранить презентацию, именно как презентацию, пишет мне в чате. Я покажу в конце, где находится эта волшебная кнопка. Декоративные эффекты находятся вот здесь же в верхней панели, меню «Эффекты» и вот все то, что вам доступно. Есть возможность добавить тень, обводку. По настройке цветов вариантов очень мало. Если вы выбираете, например, тень, то вы можете назначить цвет, да, вот здесь вот выбрать в меню цвет. А если вы, например, выбираете вариант искажения, то вам доступно только два варианта. Вот такой и такой оттенок сами по себе. Что удобно, так то, что вот эти вот декоративные функции могут применяться одновременно. То есть вы можете добавить сразу и тень, можете добавить сразу и обводку, и искажение, и расположить еще вашу фигуру и по дуге. Тут не так много, опять же, декоративных вариантов, но тем не менее, вот есть такая возможность поменять направление текста. Только имейте в виду, что эффекты применяются сразу ко всему блоку. Я не могу их применить к какой-то отдельной, строчке. Их нужно применять вот именно ко всему блоку целиком. Поэтому, если нужно, например, добавить тень только цифрам, их нужно написать отдельно от всего остального текста. Любой шаблон можно сохранить как видео, так и просто презентацией. Да, вы можете выбрать форматы сохранения. Да, спасибо, Елена, подсказывает, я тогда покажу, раз все-таки так много вопросов. Вот здесь в правом верхнем углу три точки. Вы можете ее скачать в формате PowerPoint, вот он значок. Вы можете ее скачать и выбрать подходящий формат, взять как набор PNG изображения, как PDF-файл, или вот здесь есть возможность выкачать как видео в формате MP4. Если презентация будет анимирована, это будет, в принципе, довольно хорошо смотреться. И если вы сразу планируете презентацию выкачать как видео, то лучше выбирать шаблоны, помеченные вот как раз значком видео. Они будут смотреться интереснее, и вы не потратите не так много времени на настройку всей необходимой анимации. Если же говорить не про шрифт, а про работу именно с текстом целиком, как мы выравниваем, располагаем блоки текста, то тут главный инструмент работы – это, конечно, сам по себе шаблон. Вы смотрите на шаблон, смотрите, какие в нем есть текстовые блоки, и выбираете наиболее подходящий вариант. Поэтому я и говорю, что макеты очень и очень важны. Вот в том слайде, который я уже сделала, как в этой презентации, оказывается, нет макетов, где только текст, поэтому я удалила картинку и добавила текстовый блок. Я могла так не делать, могла заменить изображение на что-то свое более подходящее, и тогда, возможно, этот текст мне пришлось разбить бы на несколько частей. Отличительная особенность макетов Canva в том, что они предполагают, на слайде будет располагаться небольшое количество текста. Либо он будет разбит на несколько коротких абзацев, либо вот примерно то, что вы видите на экране, и вряд ли больше. А с одной стороны, порой это может мешать, с другой стороны, это дисциплинирует и заставляет более кратко, более емко выражать свои мысли и разбивать большие объемы информации на несколько слайдов. А теперь давайте поговорим про выбор и настройку изображений. У Canva большая библиотека иллюстраций, фотографий и отдельных элементов. Она регулярно пополняется, и там всегда есть что-то, что вы можете подобрать подходящее себе по вкусу. Сейчас я тоже посмотрю подходящий какой-то слайд. Давайте вот этот возьму текст.
Расположу его вот здесь, вот на слайде, на этом. И посмотрим, что нам предлагает Canva по возможностям изображений. Вообще стоит понимать, что те функции, которые видны вам с первого взгляда, это не все возможные функции Canva. Меню слева настраиваемое. По умолчанию в нем закреплены три раздела. Это шаблоны, элементы и загрузки. Остальное можно менять. Вот здесь вот на кнопку «Еще», когда я нажимаю, я могу добавить вкладку «Фон». Вот видите, она появляется отдельно, и ее можно закрыть, убрав из меню, когда она не нужна. Я могу добавить вкладку с видео или вкладку с инфографикой. То есть вот остальные элементы можно менять, добавлять и убирать. За изображение отвечает вкладка «Фото», это фотографии, фотобанк, и отвечает, видите, она не убирается, тут нет крестика, когда мы включаем, а вот эти верхние три, они закреплены, и их убрать из левого бокового меню невозможно. Фото и элементы. Это сам по себе фотобанк Canva, он большой, регулярно пополняемый. Какие-то изображения бесплатны, какие-то отмеченные изображением про, короны или значком доллара по-разному. Они говорят о том, что эти картинки платные. Мы ищем по ключевому слову. И точно так же можем применять некоторые фильтры. Есть фильтры по ориентации фотографии, вертикально, горизонтально, квадратно. И точно так же есть фильтры по цветам. Вот подходящее изображение, как видите, да, большая часть отмечена значком короны, говорит о том, что они платные, но какая-то часть остается бесплатной. Для того, чтобы добавить изображение в Canva, по нему можно кликнуть, либо перетащить его на поле. Если вы перетаскиваете одну фотографию на другую фотографию, вот так вот, то она занимает ровно то место, которое занимала прежняя фотография, то есть кадрируется сразу в размеры. Это очень удобно при использовании шаблона, когда уже продумано, какой объем, как будет располагаться. Если вам не нравится, как именно отображается то, что вы видите на экране, вы можете подправить кадрирование. Для этого нужно выделить изображение и нажать на кнопку «Обрезка». И вот здесь вот можно аккуратно картинку пододвинуть, картинку увеличить так, как вам нужно, и настроить ее необходимым образом. Вот это вот то, что касается работы с фотографиями. То есть, в принципе, все довольно просто, но помимо добавления фотографий существует определенный набор функций их редактирования, и он заметно изменился за последнее время. В первую очередь появились настройки по умолчанию, то есть те, которые видны всегда, это яркость, контраст и насыщенность, то, что позволит сразу каким-то образом поправить фотографию. Вот полный список, как видите, он сам по себе довольно объемен. Кроме этого, фильтры, они ушли ниже, раньше именно фильтры были в этом меню, по-прежнему доступны. Вот весь набор, он не изменился, не расширился, вы можете выбрать подходящий вариант. И если есть необходимость, вторым кликом открыть его настройки, сделать более или менее интенсивным, так как считаете необходимым. Наконец, к фотографиям можно применять определенные эффекты. Так, у меня немножко по-другому сейчас выглядит. Попробую еще раз перезайти. Угу. Вот находится внизу. Это что-то вроде подключаемых приложений. Вообще, сначала они были доступны только на платных тарифах, сейчас они доступны на тарифах бесплатных. Я показываю вам работу именно на бесплатном тарифе. Это дуатон, это возможность применить какие-то эффекты мозаики, возможность размыть фотографии или сделать ее пиксельной. Как видите, идет название на экране, автор фотографии, превью изображения и кнопка «Использовать». Нажимая кнопку «Использовать», вы подключаете это приложение. То есть обычно оно по умолчанию отключено. И вот когда изображение подключено, уже можно, когда фильтр подключен, им можно пользоваться и менять то, что находится на экране.
сложится, например, на таком варианте. Пока вы не нажали кнопку «Применить», изменения не делаются. Некоторые фильтры находятся в режиме бета-версии, на них написано сразу. Можете поэкспериментировать и попробовать с ними. И вещь, доступная в платной версии Canva, это вырезание заднего фона. Оно работает в Canva довольно аккуратно, довольно хорошо вырезает задний фон. Так, убрать фон. Удаление фона, вот эта вот функция. Ну, как видите, она помечена значком платной версии. И есть возможность попробовать бесплатно в течение 30 минут. В принципе, более чем достаточно для того, чтобы убрать фон у фотографии, но вы вполне можете продолжать пользоваться и бесплатными сервисами для вырезания фона. При скачивании презентации PowerPoint предлагается оплатить и скачать. Это говорит о том, что какая-то из картинок вашей презентации, картинка платная. Вот посмотрите. Сейчас я выберу опять изображение. Онлайн-курс, только теперь добавлю его, вот, например, вот со звездочкой. Видите, появилась сразу вот сетка и надпись «Удалить водяные знаки». Теперь, если я попробую скачать, мне, конечно, тоже предложат заплатить за премиум изображение. Но если премиум изображения не будет, я смогу скачать, как видите, без проблем. Так что пройдитесь по всей презентации и посмотрите, какие картинки могли оказаться платными. Так. Смотрела исходный вариант. Сердечко не нравится. Давайте дойдем до сердечка. В данном случае это элемент вставленный, то есть фотографии были из вкладки фото, для элементов есть отдельная вкладка. Здесь, опять же, много категорий. Есть линии фигуры, есть графика, есть диаграммы, рамки, сетки. То есть здесь нужно выбирать подходящие элементы. Само сердечко – это, скорее всего, какая-то иллюстрация или какая-то иконка. Я могу ее удалить сама, вот просто так, нажав на кнопку, или заменить на что-то более подходящее. Так, ну, напишите мне, какая у вас иконка, какое изображение ассоциируется с онлайн-курсами, чтобы я могла поискать это изображение и поставить его здесь. Я пока поменяю шрифт. Мне кажется, он здесь вот не очень хорошо смотрится. Хочется чего-то более солидного, чего-то более серьезного. Так, разум, листок и ручка. Листок и ручка как-то с онлайн-курсами у меня, например, не очень ассоциируется. Просто с обучением, да. Для того, чтобы искать, достаточно ключевое слово ввести просто в поле поиска, не переходя в какую-то конкретную категорию. Да, но скачивать сердечко, потому что само сердечко по себе бесплатное. Там, видимо, что-то другое попало платное. Работа, ПК. Давайте возьмем вариант. Как-то так. Компьютер, мозг, по слову разум, не факт, что справится. Точно так же изображения помечены как платные, изображения помечены как бесплатные, и вот здесь вот сверху есть вкладки. Можно по этому слову посмотреть только фотографии, только графику, только видео, то есть вполне возможно выделить что-то подходящее, видеофрагменты. Я остановлюсь на графике, и вот давайте возьмем первое изображение. Мне кажется, нейронные связи – это, в принципе, сам по себе хороший вариант. Для того, чтобы лучше эта иллюстрация вписалась в нашу презентацию, хорошо бы, конечно, поменять у нее цвет. В большинстве графических элементов есть возможности изменить цвета и поменять их на что-то более подходящее, на что-то, что смотрелось бы лучше. То есть вот вы выбираете элементы. Иногда сразу видно, где какой цвет находится, иногда, конечно, приходится какое-то время походить и потыкать мышкой для того, чтобы определить те или иные элементы. То есть большинство графических элементов довольно легко сами по себе перекрашиваются. Даже довольно сложные иллюстрации иногда можно перекрасить. Ну и я, наверное, немного уменьшу прозрачность, чтобы не был настолько ярко бросающийся в глаза именно декоративный элемент, чтобы акцент шел на текст.
Я не буду долгое время останавливаться вот здесь вот на работе с этим слайдом. Конечно, надо поработать с текстом, поработать с расположением, но основное вы поняли, что элементы, мы ищем вкладки элементы, здесь есть графика, есть какие-то картинки. Если вам нужно, например, сделать линию, как вот здесь вот внизу находится линия, отделяющая часть элемента, они находятся, а также в вкладке элементы в разделе линии и фигуры. Точно так же эту линию можно поставить, перекрасить, изменить у нее стиль, толщину и поменять при необходимости цвета. То есть, в принципе, с этим все на самом деле очень и очень просто. Так, почему нет этого меню под поиском все фотографии и так далее? Потому что нужно сначала начать поиск по какому-то элементу. То есть сначала введите ключевое слово, нажмите Enter, и потом результаты поиска можно будет по этим вкладкам попереключать. Есть только два управляющие кнопки и возможность перехода на разные слайды. К сожалению, отсутствует. Помимо вот этих вот функций, есть возможность поработать с изображением следующим образом. Вы можете взять какую-то картинку, так, сейчас я найду слайд какой-то с изображением, и поставить его в варианте макапа. Сейчас у нас есть просто изображение, и я думаю, многие из вас в Canva видели раздел с рамками, когда вы выбираете какую-то форму, и любое изображение вы можете в эту форму перетащить, и оно примет как раз вот такую вот фигуру. Где-то рамки есть простые, которые просто кадрируют изображение и обрезают по контуру, где-то есть рамки вот такие вот декоративные, которые накладывают еще какие-то дополнительные эффекты сами по себе. Так, вот из рамки в рамку изображение уже не перетаскивается. Стоит сделать, и теперь оно встанет в рамку. Но помимо рамок есть еще одна возможность. Это макапы. Я загрузила одно из изображений вот сюда в Canva. И я хочу сейчас вот эту вот фотографию превратить каким-то образом в макап. Чем рамка отличается от макапа? Рамка – это форма, которую применяет, а макап – это уже готовое изображение, внутри которого вы встраиваете свое. Находится вот здесь же, в режиме редактирования фотографии. Листаете меню немножко вниз, пока не находите слово «Smart Mockups». И, как видите, здесь фотографии, где синим обозначены места, куда может поместится ваша картинка. Так я могу, например, взять вот этот вот вариант, кликнуть, и фотография встроится внутрь него. Вместо синего пустого места появится изображение вот этой персоны на экране ноутбука. Доступно в бесплатной версии, то есть вы тоже можете вот попробовать, поэкспериментировать и вот таким вот образом подставить ваши фотографии в изображение. Не очень много вариантов, на мой вкус, но тем не менее они все аккуратны и достойны для того, чтобы их использовать. И еще одна функция – это использование, конечно, сеток. Вот здесь в разделе «Элементы» есть такая секция, называется как сетки, это возможность сделать коллаж из фотографий. Они отсортированы по количеству фотографий, которые вы ставите. Например, я хочу вот взять вот этот вот вариант. Разместить сюда какие-то отдельные снимки для того, чтобы собрать какую-то композицию. Предположим, это может выглядеть вот таким вот образом. Так, где-то у меня были картинки. И располагаю отдельные изображения в отдельных местах этого коллажа. Так, почему-то одна мне работать сегодня не хочет. Хотела бы я понимать, почему. И то есть таким образом мы аккуратно можем расположить фотографии. Но можно поступить и другим образом. Вы можете использовать эту сетку для того, чтобы разметить макет вашего слайда. Я все удалила. И сейчас я применяю сетку и говорю себе, что поступлю следующим образом. Вот это вот большое поле, здесь я буду располагать текст, вот, применяю цвет поля. А вот здесь я помещу какую-то картинку. Вот здесь я тоже помещу какую-то картинку.
И вот тут, предположим, тоже будет еще одно изображение. То есть у меня будет вариант. Да, это у меня какое-то изображение было удалено, поэтому оно не подгружается. Давайте я поставлю что-то более свежее. Вот это. И теперь сюда я могу расположить необходимый мне текст. Вот, пожалуйста, я скопировала, вставила. И вот эти направляющие линии, направляющие элементы, они мне подсказывают, как хорошо и аккуратно расположить те или иные блоки, те или иные объекты на моем слайде. Если, например, я хочу сделать верстку, предположим, в 5 колонок, да, для того, чтобы сравнить между собой 5 элементов, показать 5 карточек, я просто выберу. На белый цвет, мне не очень удобно. Просто выберу сетку, где будет 5 колонок. 4 мне попалось. Вот 4 колонки. И перекрашу в белый цвет. Может быть, сделал это после того, как написала текст, чтобы видеть границы отдельных областей, перекрашу их. И в каждой секции я размещу относительно нее, выровняю аккуратно все необходимые мне элементы. На самом деле, вот такие вот макеты, вот такие вот сетки и шаблоны очень-очень удобны, и я считаю, что они в Canva тоже ускоряют создание отдельных интересных слайдов. Картинки, да, можно загружать свои. Как видите, вот одна из неубираемых вкладок «Загрузка». Сюда я просто вот с компьютера, как видите, перетащила те или иные элементы для того, чтобы они появились на слайдах. Так, я боюсь, что это у меня не показывает загруженные картинки из-за того, из-за моих проблем с интернетом, а не из-за того, что Canva их не грузит. То есть, скорее всего, из-за ограничений интернета, которые сейчас есть, из-за этого не все мои изображения подгружаются. Я прошу за это прощения. Наконец, когда мы говорим про какие-то изображения, порой нам нужно добавить на слайды Canva инфографику. Инфографика тоже находится во вкладке «Элементы». Этот раздел называется, вот как ни странно, да, он называется «Диаграммы». Здесь доступно несколько видов. В меню отображаются не очень удобно для понимания, но я вам сейчас их просто вот перечислю по порядку. В Canva можно добавить прогресс-бар, пикточарт, график, круговую диаграмму, столбчатую, вертикальную или горизонтальную, точечную и воронку. Вы выбираете подходящий вариант вот здесь, вот, например, пикточарт. И вы переключаете по возможности его сверху. Вот пиктограммы не переключаются. Прогресс-бары между собой переключаются, и все остальные типы диаграммы переключаются между собой. То есть то же самое можно превратить в воронку, то же самое можно превратить в гистограмму и какой-то другой вариант. Когда вы добавили такую инфографику и на слайд и кликаете по нее, у вас появляется меню ее настройки. Проще всего, конечно, настроить вот именно пиктограмму. Вы просто выбираете подходящую для вас иконку. Так, что у нас опять ассоциируется с онлайн образованием? Поставим. Количество элементов. Количество элементов с заливкой. То есть вот сколько именно нужно. А расстояние, на котором они друг от друга отстоят. Какие-то другие иконки добавить невозможно, только вот этот набор, который есть. Для шкалы прогресса точно так же нужно просто показать, насколько она заполнена и насколько толстая, выразительная вот эта вот будет линия. Все. Обычная шкала прогресса, не обычный прогресс-бар. Для всех других инфографик нужно добавлять данные через таблицу. Вы меняете цифры вот здесь, вот название разделов, название заголовков и вводите разные данные. Диаграмма ваша будет, конечно, обновляться сразу на лету, и вы сможете увидеть, что происходит. Также вы можете подгрузить сюда файл Google таблицы, его нужно будет выбрать в вашем аккаунте Google, либо просто скопировать данные из электронной таблички, несколько ячеек, и вставить их вот сюда. У меня таблички с ячейками под рукой нет,
У меня есть вот такой вот текст. Текст, по-моему, вставляется не очень корректно, да. Не очень не вставляется, потому что когда копируете в таблице, там есть определенная разметка, и тогда будет видеть программа о том, что это не в таблице, поскольку текст, она этого, к сожалению, не видит. Так, верну, как было. Просто несколько ячеек выделяете и вставляете в это поле. Так. В каком плане русская? Язык есть русский. Имейте в виду, попадет ли она у нас в запрещенное для использования. Надо смотреть, в принципе, списки доступного программного обеспечения. Я не могу так сейчас сказать, закроют ее нам или не закроют. Так. Вот то, что вы можете сюда добавлять. А, к сожалению, добавлять мы данные можем, но каким-то образом настраивать эту диаграмму очень и очень сложно. Сейчас вы видите слева вот все то, что вы можете поменять в настройках самой канвы. То есть буквально несколько кнопок, возможность изменить основной цвет, от которого будут отсчитываться все остальные цвета, возможность поменять местами данные, сдвинуть столбцы ближе или наоборот их раздвинуть. И вот, в принципе, то, насколько прямоугольники будут округлыми. И дальше тут уже настройки текста. Это все возможности. Вы не можете тонко изменить линии выноски, подписать какие-то отдельные элементы, расположить данные на этих столбцах. Все, что вам доступно, это буквально менее 10 настроек. И те больше касаются именно декораций, более касаются внешнего вида самой инфографики. И, наконец, последний элемент. У нас есть еще несколько минут, и последний элемент, который я хотела бы показать. Сейчас добавлю еще пустую страничку. Это таблицы. Тоже появились в конве относительно недавно и тоже находятся во вкладке «Элементы». Для того, чтобы аккуратно расположить информацию, у вас есть возможность добавить на слайд таблицы. Как видите, вариантов немного. Они отличаются, да, конечно, цветом, но основные дизайны три. Это таблица с ячейками, таблица с заголовком и таблица с цветной заливкой. То есть вот три разных варианта. На цвета вы можете не обращать внимания, потому что все их можно изменить. Опять же, цвета – это то основное, что Canva позволяет менять. Вы выбираете основной цвет таблицы. Нужно выбрать одну или несколько ячеек. То есть вполне возможно раскрасить таблицу или подсветить несколько колонок с данными. Вы можете выбрать обводку, будет ли она, какого цвета она сама по себе будет и насколько толстыми будут линии обводки. И есть возможность настроить интервал между ячейками. Сейчас он был в максимальном, я могу его немного уменьшить. Объединять ячейки возможности нет. Вот какие они есть, такие есть. Все, что можно, это перекрашивать. Вы можете ячейку объединить визуально, убрав границы и выполнив заливку одним цветом. Но фактически они не объединяются. И внутри этих ячеек вы можете расположить только текст. Вот стандартный вариант. Вы кликаете и пишете какие-то данные. С текстом работа идет стандартная. Можно менять шрифт, можно менять размер, можно менять цвет, там, насыщенность. Но вставить внутрь можно только текст. Удобно использовать таблицы опять же, для визуальной разметки слайда. Для того, чтобы какую-то информацию аккуратно расположить, вы выбираете таблицу. Делаете ее не особо заметной, не особо яркой и используйте как раз вот как такой фоновый элемент. Я, например, выключу сейчас обводку, точнее уберу, сделаю ее стандартной. Так, уважаемая таблица, пожалуйста, все мне выключите. Вот. И ее, как любую таблицу, как любой элемент, можно сделать полупрозрачным, вот так, чтобы она на слайде была просто немного обозначена. Отдельные столбцы, элементы можно перемещать перетаскиванием. Например, если я сейчас в одну ячейку введу несколько слов,
Это из-за прозрачности, это плохо видно. Вот, пожалуйста, они у меня перемещаются ниже. И точно так же можно кликнуть на плюс и добавить отдельные элементы. Либо какую-то отдельную колонку или столбик удалить, нужно кликнуть на вот эти вот три точки. И во всплывающем меню, пожалуйста, вот то, что вы можете сделать. Можно изменить размер строк, выровнять, сделать одинаковым, либо можно какие-то отдельные элементы удалить. В принципе, можно удалять и просто идя через выделение отдельных столбцов или отдельных строчек. Пока я считаю, что эта функция находится в самом начале, так же, как и с многими другими функциями, Canva примеряется, смотрит, насколько она будет востребована и полезной, и, может быть, через несколько месяцев нас ждут таблицы в более интересном, более удобном варианте. Так, как разместить Google таблицу? Google таблица не размещается, и имеется в виду то, что вот вы выбираете Google таблицу как источник данных для инфографики. Идете вот сюда в данные. Я сейчас, конечно, попробую, но я абсолютно не уверена, что у меня на Google презентации найдется какая-то сейчас удобная таблица. Так. Галочки. Вот, я подключаюсь к своему Google аккаунту, он показывает все вот возможности, которые доступны. Так, таблица, наверное. Ну вот, не уверена. У меня очень объемные табличные файлы. Вот, например, внутри таблицы трамваи у меня есть отдельные страницы, выбираю, какая страница, какой диапазон, и у меня это на презентации должно сразу обновиться. Другое дело, что я вот чисто на ощупь не очень уверена, какой у меня там конкретно есть диапазон файлов. Не представляю, на самом деле, какие у меня данные уже в этой таблице. Вот какие-то есть. Все, вот подцепились данные по количеству трамваев в различных регионах. В принципе, вот как это будет работать на практике. Да, не саму Google таблицу вставляете, а просто данные из нее подтягиваете. Можно ли здесь найти презентацию для квеста? Если речь идет про веб-квест, про то, что нужно скрыть какую-то часть информации, выдать часть информации по какому-то запросу, то Canva для этого подходит плохо, а рекомендую для этого использовать по возможности сервис Geniali. Сама по себе Canva не является платной платформой. Вот если я сейчас перейду на главную страницу, вы увидите, что здесь есть возможность работать как на бесплатном тарифе, так есть возможность работать и на тарифе платном. То есть у меня вот есть вариант бесплатный. Есть вариант более дешевый для школ, есть вариант для команд. Вообще, в принципе, вопрос того, как вы работаете именно внутри команды. Вот сейчас мы находимся на моем личном аккаунте, здесь, видите, написано бесплатно, написано один человек. У меня есть бесплатная команда, где несколько человек работают, есть платный корпоративный тариф, где работают все сотрудники, то есть вот в таком варианте. Можно посмотреть по доступным возможностям и функциям. В принципе, если знать несколько вспомогательных сервисов, например, то же самое вырезание фона с фотографией, то возможностей бесплатного тарифа более чем хватает. Платный он больше для удобства. И вот то, что вы сделали, то, над чем вы работали, вот эту вот, предположим, заготовку презентации для дальнейшей работы и обсуждения, вы можете с ней поделиться. То есть, как видите, сейчас у меня один человек, бесплатный тариф, но, тем не менее, я могу ссылку для редактирования скопировать и в наш с вами чатик бросить.
А вы сможете ее посмотреть, перейти и поэкспериментировать, зайти на сервис Canva и попробовать на этой презентации что-то поменять. Не стесняйтесь, экспериментируйте, совершенно не жалко этих страничек, можете делать все, что вам придет в голову. Можно ли добавить в презентацию чек-лист? Это будет как визуальный элемент. Вы можете написать текст списком и добавить к нему картинку чекбокса, но интерактивным этот чекбокс не будет, просто как вариант оформления. Как Татьяна Викторовна просила в начале нашего вебинара несколько слов про курс, который начнется 15 марта, основа учебной презентации, инструменты, методики и дизайн. Я немного горжусь тем, что уже начинаю четвертый поток этого курса, что уже четвертый раз собираю слушателей для того, чтобы мы поговорили о том, как работать со структурой презентации. На самом деле я уделяю этому много внимания. И PowerPoint, Canva, Geniali, Google презентация. Все это мы открываем после того, как презентация уже сложилась у нас в голове. До этого мы продумываем структуру, просчитываем сценарий, как наша презентация будет использована, будет ли это только показ или предполагается ли с ней самостоятельная работа. Ищем те эмоциональные крючки и элементы сторителлинга, которыми мы можем зацепить нашу аудиторию. И только потом мы переходим к дизайну, применяем 4 основных принципа, верстаем текстов, слайды иллюстративные, верстаем тексты, слайд информационный и верстаем слайды эмоциональный. Наконец, мы по желанию добавляем в нашу презентацию интерактив, а он может быть, в принципе, довольно сложный сами по себе цепочки, и берем нашу презентацию в работу. Но и на этом не заканчивается жизнь наших слайдов, мы можем их каким-то образом переупаковать и использовать повторно. Обо всем этом я буду рассказывать в течение месяца. На курсе предполагается 8 крупных тем, 8 больших вебинаров и 8 практических заданий. Я с удовольствием смотрю то, что делают мои ученики. Часто они сами подсказывают мне интересные идеи, интересные варианты верстки или интересные приемы упаковки большого объема информации на один слайд, так, чтобы он хорошо читался. При скачивании презентации в PowerPoint предлагается оплатить и скачать. Как я уже говорила, это значит, что на страничку с дизайном попала платная фотография. Пролистайте все слайды и найдите фотографию, отмеченную водяным знаком. Либо при попытке скачать вы увидите превью этого изображения вот в этом разворачивающемся в правом верхнем углу окне. Просто найдите и удалите это изображение с презентации или замените его на другое. Да, в Canva есть тариф образовательный. Если бы есть еще какие-то вопросы, вы можете писать в чат. Я не ухожу здесь и буду на них отвечать. Ну а пока я передаю слово Татьяне Викторовне, чтобы она рассказала, как вы сможете получить свои сертификаты об участии в вебинаре.